мечты сбывались, не переставайте мечтать. Арифлейм. Твои мечты. Звание директора. Желаем, чтобы с компанией Арифлейм сбылись твои мечты. Такие, как побывать на Сфинксе, посмотреть на эту левую башню, съездить. И чтобы твой кругозор только расширялся, и ты, и твои дети... Желаю тебе дальнейшего роста и процветания. Шагай уверенно по карьерной лестнице компании Арифлейм. Пусть это звание директора будет самое маленькое звание, которого ты добилась в нашей компании. И у тебя было в команде вот такое количество... Дорогая Лучия, поздравляем тебя с открытием звания директора. Ты много работала, и у тебя есть результат. Мы гордимся тобой и ставим всем в пример. И это только начало. Тебя ждут новые звания, так как твой потенциал высок, а амбиции адекватны. Новое звание немного волнительно, новые цели, ты у нового порога. Пожелать хотим тебе успеха и удачи, чтобы решить смогла ты все задачи. Партнеров по бизнесу желаем простых и понимающих, доходов в банке впечатляющих. Добейся лучших результатов и новых званий достигай. Поздравляем! Дорогая Лучия, спасибо тебе за любовь и за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом, если нужно, за то, что мои разделяешь мечты. Спасибо, дорогая, что рядом есть ты, за то, что за твою поддержку и за твое большое сердце. Спасибо огромное за поддержку и за шанс, который ты дала мне и всем остальным ребятам, которые работают уже со мной. Искренне тебя поздравляю с этим званием. Желаю тебе долгих-долгих лет счастья, всех исполнений желаний и благополучия тебе и всей твоей семье. Здоровья и исполнения всех заветных желаний. Спасибо. Дорогая Лучия! Лучик наш, поздравляю тебя с новой победой, с новым званием. Ты достигла уровня 22%, а это означает, что ты у нас директор. Поздравляю тебя, солнышко. Желаю счастья, огромного успеха и много новых достижений. Шагай по жизни уверенно, легко и с удовольствием. Ты излучаешь в этот мир самое светлое, самое радостное. И чтобы этот мир отвечал тебе тем же, чтобы в твою команду приходили новые партнеры, чтобы росли твои доходы и чтобы росло благополучие в вашей семье, чтобы дети тебя радовали, а супруг ценил и любил. Пусть перед тобой откроются новые перспективы и осуществляются самые заветные мечты. Целую тебя, поздравляю! Люблю тебя, солнышко! Меня зовут Наталья Щербаков. Я хочу тебя поздравить, Лучия, с повышением на директора. День сегодня один из главных в вашей судьбе и вашей карьере. Пусть же сегодня он станет праздником. Отныне открыты перед вами все двери. Мы пожелаем во всем процветать. Чтобы сопутствовал в жизни успех, знаем, что будет все просто, отлично, ведь вы у нас супер, вы лучше всех. Поздравляю тебя, желаю много-много счастья, чтобы у тебя все было отлично и все-все-все самое лучшее. Дорогая наша Лучия, такая у нас радость в команде. Ты достигла уровня директора, ты открыла звание директора. Я, безусловно, безумно очень рада за тебя. Да, мы всей командой очень рады за твои достижения, за твой успех, ведь ты этому достойна. Ты работаешь, всегда вкладывая душу. Душу в свою работу, душу в нас вкладываешь и даришь нам возможность получить наилучшее, повидать и доказать всем, что в нашей компании, в нашей стране все возможно и все реально. Спасибо тебе, поздравляю тебя и желаю, чтобы в будущем создатели нашей карьерной лестницы
Уболь ее, потому что ты достигнешь не только президента, а даже больше. Ты этому точно достойна, и это у тебя возможно реально, потому что ты на самом деле влюбилась в свою работу, работаешь честно, правильно и с желанием. Спасибо тебе за все. Поздравляем тебя с наилучшим уровнем, первой такой ступенькой, которой вот можно похвастаться на самом деле, что у тебя будет первая премия. Ура, ура! Поздравляем тебя! Бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Бла-бла. Бла. Yeah! Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style.